Ну какой предприниматель не мечтает об идеальном покупателе, клиенте или заказчике, который с пониманием относится к мелким недостаткам вашего бизнеса, но зато беззаветно влюблен в сам продукт или услугу и готов на любых условиях платить деньги, не думая о величине цен и инфляции на рынке? Кто откажется от такого? Но если хорошо подумать, то для того, чтобы покупатель был таким, надо как минимум, чтобы и продавец был не хуже. Есть такая известная фраза в песне: «Хочешь с женой иметь королеву? Попробуй сам стать королем». Задумайтесь, ведь это как раз тот случай. Идеальным вам покажется клиент тогда, когда вы, как предприниматель, все сделаете ради покупателя, ради удовлетворения потребностей человека, который принес вам деньги. Мы на каждом шагу слышим: покупатель зажрался, покупатель оборзел. Но если задуматься, то он просто получил возможность выбирать. Пусть не самую свободную возможность, пусть ограниченную не самыми высокими полюсами, но он получил выбор. Выбор, к которому вы, как предприниматель, не готовы. Думая, что недовольный клиент все равно будет ходить к вам, вы ошибаетесь. Вы уже убедились, что нынешний потребитель уже не тот, что был в 90-х. Он не очень подкован информационно, он во многом не разбирается, он часто не сдержан в выражении эмоций, но он вырос по сравнению с 90-ми. Он будет расти и дальше, и тогда его предпочтения и запросы возрастут еще на порядок, а ваш отсталый сервис ему покажется просто смешным, потому что новая волна предпринимателей и конкурентов сможет предоставить ему то, о чем он мечтает. Но это будет уже без вас. Без вас в том случае, если вы уже сейчас не начнете задумываться, как привести и сохранить клиента. Если вы уже сейчас не начнете предпринимать какие-либо меры по улучшению своего бизнеса. Если вы снимете с глаз розовые очки, то вы без труда увидите, что в вашей епархии столько темных мест и пробелов в маркетинге, которые мешают не только продавать, но и просто отпугивают потенциального покупателя. Чтобы обсудить эту тему и выявить ряд причин, которые мешают вам, в особенности вашим повторным продажам, мы приглашаем вас на тематический семинар Александра Своекошина и Стаса Тюрикова, именно с таким названием: «Как привести и сохранить клиента». Двухчасовой семинар пройдет 9 августа с 5 часов вечера в помещении учебного центра «Удмуртбыт» по адресу Красноармейская, 109А, напротив Сенной. Не ждите милости от фортуны, не откладывайте на потом. Начинайте действовать прямо сейчас. Зарегистрируйтесь по адресу ishtime@gmail.com или по телефону 907-930. Just one.